Сегодня в центр избиркоме Чувашии прошла жеребьевка, в ходе которой распределили около 3000 минут бесплатного эфирного времени на республиканских теле- и радиоканалах. С 21 августа в средствах массовой информации начнется агитация. До 16 сентября политические партии и объединения, а также кандидаты-одномандатники будут рассказывать о своих программах и планах на предстоящую пятилетку. Кандидаты-одномандатники, политические партии и объединения, которые баллотируются в Государственную Думу России и Государственный Совет Республики, получили время для рекламы на 7 теле- и радиоканалах и в 28 газетах республики. Выделяются равные промежутки эфирного времени. Они располагаются в течение времени тоже на равных условиях. Примерно в одно и то же время будут выходить. И данные эфирные промежутки, они скомпонованы по пакетам в равных долях. То есть и утреннее, и вечернее время учитывается и недели агитационного периода.